Всем привет, ребята! Снова в этом видео поговорим с вами о приложении Stepin, и я покажу, сколько на данный момент можно зарабатывать денег и за сколько времени можно выйти на безубыт. Как вы знаете, все постоянно падает, что в Solana, что в BNB после новостей с Китая, также после обновлений, которые некоторые работают некорректно. И услышал бы такую новость, что в Stepin можно зарабатывать. Я бы, конечно, посмотрел некоторые видосы, где поподробнее можно об этом узнать. Вот, сейчас мы в приложении Stepin на Binance Smart Chain сети. Также есть Solana. В Solana еще меньше зарабатываешь, потому что вы зарабатываете токен GST. Вот видите, серебряная монетка GST. А когда переходите на свой кошелек Violet, то переводите эти GST, которые вы заработали, в доллар. И, соответственно, сколько у вас GST, вы это переводите в доллары. И видите, что за одну GST 0,25 центов. Это очень мало. Буквально месяц назад GST стоило в районе 2 долларов, 3. А сейчас вот такая вот цена. То есть вы сейчас зарабатываете очень-очень мало. А если брать Binance, вернее не Binance, а BNB Smart Chain цепь, то в BNB Smart Chain цепи можно было зарабатывать больше еще день-два назад. Потому что когда вы ходили, вы зарабатывали за те же самые GST, в BNB и в Solana все одинаково, просто в BNB порог входа был намного больше, дороже. Вот, и смотрим, сколько GST на доллар. Здесь 0,64. Здесь немного получше, поярче. Приблизительно зарабатываю GST, сколько выйдет на выходе денежек. Смотрите, у меня на данный момент в BNB один кроссовок, он у меня прокачан на эффективность на 38.7 и ресайленс на 10.9. Вот, один кроссовок на BNB и два кроссовка у меня на Solana. Фактически эти кроссовки вообще не играют никакой роли на Solana. Я их прокачивал до 9 уровня. Не знаю, я все кроссовки прокачал до 9 уровня, но по факту можно было только один кроссовок прокачать до 9 уровня, и они бы вместе мне давали бы энергию, я бы ходил только на одном кроссовке. Я этот момент как-то упустил, вот, потратил деньги, потому что каждый раз, когда вы улучшаете кроссовок, вы тратите GST. Скажем, я покупал два кроссовка 5 уровня, и, соответственно, я их прокачивал до 9. И каждый уровень, когда вы прокачиваете кроссовок, вы платите сначала 6, потом 7 Solana. Вот. И так я потратил сколько? В районе 50, а то, может, немного и больше GST на прокачку обоих кроссовок. Ну, кроссовки я 3 прокачивал до 9 уровня, но два с которых не нужно было прокачивать. Итак, естественно, если можно на BNB зарабатывать больше, то я не буду зарабатывать на Solana, потому что мне это вообще не выгодно. Вот. Три кроссовки дают в паре 4 энергии. Если у вас уже один кроссовок, то у вас только 2 энергии. И если у вас два кроссовка, у вас тоже 2 энергии. Вот. Значит, перехожу на BNB Smart Chain. Если вам интересно знать, сколько я купил кроссовки, то первый кроссовок я купил за 650 долларов. Вложил я в Solana где-то в районе 750, кроссовок купил за где-то 650-620, и потом все обвалилось, и когда все обвалилось, я купил еще один кроссовок за 3 Solana. Так у меня оказалось вот два кроссовка. Первый купил за 13 Solana, когда Solana было по 54 доллара. Можете подсчитать точно. Второй кроссовок купил за 3 Solana, когда Solana было в районе там 47.
долларов. Вот. И этот кроссовок я купил на BNB за 0.9 BNB. В районе 280 долларов. Ну что ж, у меня... Так, смотрим. 30 GST плюс 30 GMT. Что ж, смотрим, сейчас у меня одна энергия. Внизу, видите, под желтым. Там, где 24.05. Снизу видим энергия 1.0. Одна энергия. Через 27 минут у меня будет еще одна энергия. Сейчас одну энергию исходим. Чтобы вы знали, если вы покупаете один кроссовок, у вас будет только две энергии. Вот. Сейчас на ваших глазах пройдемся одну энергию и посмотрим, сколько я заработаю. Я включаю. Идем. Напомню, у меня кроссовки джоггеры. Вот. Это те кроссовки, в которых от скорости от 4 до 10 километров нужно держать темп. Есть еще другие кроссовки. Есть волкеры, в которых просто ходишь. Там меньше намного скорость. Есть раннеры. Это кроссовки, в которых нужно бежать, держать высокий темп. Там получается скорость вроде от 9 и выше. И есть трейнеры. Это те кроссовки, в которых ты можешь ходить. Там, и там скорость от 1 до 20. Так вот это все происходит. Иду 58 секунд. Минута. Вот, и на минуте 0.3 насчитывается мне GST монет. Посмотрим, сколько дадут. Вот, и дает 1.35. Можно сказать, что это доллар. Вот, я прошелся минуту за доллар. Вот так вот это все можно переводить. Ладно, ребята. Итак, как видите, энергия у меня угасает, убавляется. Энергия справа вверху, там где минус 0.6. Энергию забирает по 0.2. Вот, как видите, было 0.4, осталось 0.2. Вот. За 14 минут я заработал почти 5 долларов. Ой, 5 GST. Да, есть. Плюс 5 GST. Вот, иду дальше, держу темп. На самом деле, не тяжело держать такой темп. Просто когда начинается, когда идет подъем, идешь в горку, то трудно. По поводу степина, не знаю, пойдет ли оно вверх или нет, но я пока что кроссовки не хочу продавать, потому что, говорю, один кроссовок мне вышел в районе 650 долларов, второй чуть меньше, ну, половину. Еще купил этот кроссовок на BNB. А насчет кроссовка BNB было интересно, потому что купил кроссовок, получается, за одну BNB, а через пару дней они уже стоили по две BNB. То есть за 2 дня, можно сказать, так плюс 100% доходность. Вот, как видите, энергии у меня больше нету. GST мне теперь капать не будут, потому что энергии нету. Я могу спокойно нажать на паузу. И после этого держим красную. Стоп. Anti-cheating system in work. Раньше этой античитинг системы не было. Нажимаю да. Вот. И минус 1.0. Получается, у меня за одну энергию сняли тоже 1. Хотя не, это за одну энергию у меня сняли минус 3 от кроссовка. Видите, кроссовок у меня 79 и 100. Обычно я его постоянно оздоравливаю. Постоянно. Теперь смотрите то, что мы заработали сверху. Серенькая такая монетка. 6.06. Нам нужно перейти в свой кошелек. Нажимаем to spending.
из спендинга to wallet нам нужно перевести нашу GST. Вот, выбираем все. Нажимаем confirm transfer. Минимум пишем 10 GST. .06 GST, но я их не могу перевести на свой кошелек, потому что минимум можно переводить 10 монеток. Вот. И пришлось дождаться, когда разблокируется энергия, чтобы еще походить и заработать GST монетки, чтобы можно было перевести на свой wallet со спендинга. Итак, в принципе, это и все. Сейчас нажимаем стоп. Меня анализирует, робот я или не. Хотя я сижу, но все равно все нормально прошло. Вот, видим меня 11 монеток. Переводим свой пароль. Переводим со спендинга в wallet 11 монеток. Итак, GST поступили ко мне на wallet со спендинга. Переходим в вкладку Trade. Выбираем GST. Здесь есть. Выбираем все. И как видим, это ужас. Это ужас, сколько сейчас зарабатываю. 0.6, а был доллар. Естественно, перевожу GST в доллар. Грузится. Вот, видите, 58. Сейчас долларов на аккаунте. Вот и все, в принципе. Сейчас вот столько вот зарабатываю. Каждый раз, когда хожу, еще надо потом кроссовки прокачивать. Ну, вернее, восстанавливать.